Еще одно очень короткое произведение. Это сказка «Царевна лягушка», знаменита тем, что Евгений Николаевич в ней солирует. Я всегда говорю в таких случаях, это наиболее полного раскрытия художественного образа следующего произведения. Ну вот я тоже чем-то помогу. «Царевна лягушка». Из лягушки она превращалась в девушку. Ой, не доцеловал. Кожа у нее теперь зеленоватая, глаза чуть на выкате, а так ничего. Ты не печалься, царевич Иванушка, говорит ему девушка, это ничего, что спина у меня пупырчатая, зато ноги прыгучие. Не доцеловал.